И всем привет, продолжаем метро 2033. Ну и теперь в этой серии убегаем от красных. Раньше от рейха убегали, теперь от красных. Поехали дальше. Грибочки. Так, у нас ни оружия, нифига сейчас, да? Наконец-то. Садись, числа, говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, и я, и политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его... безвременной кончины, генсек, вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Козел. Допрыгаешься еще. На стакан упадет? Нет, нет. В раздумьях. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления и не встретит сопротивления. Потом зачистка. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну, удачи, орлы. Служу красной линии! На этом... транспаранте написано «Грибы голодным». Так, ну что ж, пойдемте. Нам надо разузнать, где взять оружие. Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Ну что ж, будем его трясти. Павла. Нож вижу.
Это мы тут хорошо зашли. Да, все наши вещи. Вернули все. Так. Зажигательный. Давайте зажигательный. Так, мы сейчас здесь. Пост. Наверное, отсюда выйдем как-то. Лифт, я так понял. А, подъемник. Непонятно. Ну ладно. Будем разбираться по ходу дела. Так, двустволка. У нас все это есть. А это еще что? Не могу понять. Бронепояс, что ли? Больше похоже. Ключик. Найти бы теперь. Оу, да. Так. Пистолет, я думаю, оставить. Двухстволку оставить. Вот это меняем. Хорошо. В принципе, зря менял, получается, да? Боюсь, налево. Мышаты. Здесь ничего нет. С калашами, блин.
нельзя погасить фонарь. Знаете, что сделаем? Сменим, наверное. Еще где-то. Ну, я просто играю. Это если по стелсу проходить. Посмотрим, что здесь есть. Угу. Все закрыто. Так. Добро пожаловать, Максим Морги. Так. Мороги, Максим Мороги. Так, а, блин, я уже зашел, я хотел обследовать там, блин. А, блин. У нас потери! А там стоп наши! Ой, да. По-разному. Я стримлю, потом выкладываю. Где-то есть. Все. Не по-другому никак. Так, здесь, я так понял. Свет выключать, ну, в принципе, уже не нужно.
Ну, сейчас будем вместе проходить ее. Кто-то звонил? Куда? А, ну это понизу идти, да? Сюда, по-моему. Да, можно было по стелсу пройти, в принципе. Давайте наверх посмотрим, что там есть. Так, это уже повторяется. Странно. Рейх не найдено было. Ладно, это уже повторяется. А, нет, это почему-то у нас первого. Однако теперь ясно на 100%. Красная линия готовится к войне. Не делай громких заявлений. Я, в отличие от Рейха, без истерик. Красный планомерно собирает самую сильную армию из всех, которые когда-либо существовали в метро. И тишина, в которой происходят эти методичные приготовления, кажется никуда более угрожающей, чем громогласные речи брызжущей слюной фюрера. Давайте дальше посмотрим, что у нас тут есть. Здесь больше, в принципе, ничего. Не понял. А, музыка сломана. Давайте включим, выключим. Что здесь? Тоже какая-то тяжельняк. Да. Нафиг. А, это вентиляция. Не понял. Это просто нычка какая-то. Подождите-ка. Выходов больше нет. О. Так, у меня дробовик-то есть уже. Мне не надо. Здесь наверх можно еще, да? Это мне не надо. Ну, возьмем для продажи, в принципе. Там еще что-то есть. Вроде все. Нам туда. Стоп. Да? Мы здесь были. Что-то включить надо. Вентиляция встала. Ой, да ладно, что, снова куда-то нас засылают? Или под землю надо тащиться?
Здесь пройти негде. Есть где. Так. Да. Реально долго слишком с ней возиться, блин. Так, там еще будет наверняка за дверью. Да, они тут кучковались, гранаты нормально раскидались они тут. Так, что у нас тут есть? Здесь ничего. Давайте обследуем здесь. Оказалось. Закрыто. Снова этот медведь. Нас действительно преследует. Выход, да? А здесь тогда что было? А, здесь мы просто закрыто. Ну ладно. На выход так на выход.
Больше мы, в принципе, никуда не сможем залезть. Полазить. А, о. Ящик в ящике. Да ладно. Да ладно. Нормально. Придумали. Давай, залазь. Будет хорошо. Куда-то мы залезли, интересно. Стоять. У нас ключик есть, да? Пульки или маслинки, как они их называют. Сюда-сюда нет? Нет. Хорошо. Погнали отсюда. О, еще один ключик. Еще одни пульки. Они тут играли. Замечательно. Ой, да ладно, снова что ли? Сюда закинул, да, получается, гранатку. Хорошо, прилетела она. Не могу взять ничего с него. Ну и ладно. Фига себе. Хорошо, мы так заглянули. А вот сама кишка по карте была там. Ловите. Я в маске гонял все это время. Очень долго бы по стелсу проходили эти все узнать. Как им на них ходят, надо было. Так, мы за рубеж, да, блокпост. Мы проходим блокпост. Все, мы выходим с красной линии. Ну, хорошо. Да, тут уже что-то. Ну, погнали отсюда. Странно. Ну ладно. Один проход назад. Дождите-ка.
А, ну да, мы здесь все равно не пройти не сможем. Но здесь ничего нет. Эх, елы-палы. Тут жесть, как она есть. Ну ладно, пусть висят. Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Мы что ли? Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Да. Но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашу весточку, там тебя уже встретят. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Регина. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям да штрафбатам. Так что бери. Залезай. Ну что, друзья, давайте закончим пока на этом серию. Продолжим в следующий раз. Спасибо, кто смотрел. Подписываемся на колокольчик. Также у меня есть группа ВКонтакте. Всем счастливо и пока.